Прошло несколько часов. Итак, теперь выглядит грядка клубничная, сорт крошка. После уборки чеснока и после уборки на самой грядке. Кажется, что клубники мало, на самом деле это не так. Ее здесь много. Просто я убрала все усики, все не очень хорошие листики. Клубника, конечно, сразу как-то привяла, как бы потеряла интерес к жизни, но сейчас я ее пролила, и она начинает уже поднимать ушки свои зелененькие. Вон уже они начинают подниматься. Вот так теперь выглядит первая грядка. Вот так. План работ по грядке такой. Я ее пролила. Должно пройти какое-то время. Нужно будет посмотреть, хорошо ли прошла вода, достаточно ли ее количество. Если нет, то еще раз добавить, полить. Если достаточно, тогда нужно будет обработать вот эту грядку сорта крошка раствором нашатырного спирта и побрызгать саму клубнику и землю. После этого, очевидно, придется досыпать немного земли, потому что я посмотрела, некоторые сердечки вылезли наверх. Не сильно, но есть такое дело. Досыплю немного земли. Может быть, еще раз чем-то придется обработать, бактериями почвенными. Вот, а потом уже я заложу в грядку сегодняшнюю свежескошенную траву. Трава успела подвянуть на солнце, и ее можно уже смело укладывать в грядку. Вот так начинают подниматься листики у клубники. Она радуется, улыбается, что ее обработали. И завтра она вообще с утра будет выглядеть просто замечательно. Таким же образом нужно будет обработать и следующие грядки. Вот где ромашка, видите, она какая. Вот где ромашка, грядка кажется еще очень полной, потому что здесь и много листьев, и цветоносы, здесь все. Кстати, на крошке было еще какое-то количество цветоносов, и можно было бы их оставить, потому что там зрели ягоды. Но так как времени мало, я решила, что нужно брать, и эта грядка уже считается обработанной. Ну, после того, как я проведу все мероприятия по ней. И нужно будет приступать к следующей грядке. Я сегодня потратила достаточное время на уборку чеснока. В следующий раз этого мероприятия не будет. И, возможно, я смогу обработать две клубничные грядки. Вот эту среднюю, сорт ромашка, и следующую, сорт королева Елизавета. Сейчас эти грядки выглядят так. Лева, я на тебя не наступлю. Вот, а год назад эти грядки выглядели вот так. Разница видна, видно, что было проделано с грядкой. Вся грядка, что называется, наружу. Ну вот, пока запись прекращаю, нужно идти и собирать красную смородину и крыжовник для того, чтобы приготовить кое-что вкусненькое. Продолжаю работу с клубничной грядкой. Я внесла сюда некоторое количество земли, так как некоторые сердечки были уже выше, чем нужно, уровня земли. Леонардо, отходи, Лева. Угу, замечательно. Мамин помощник, да? Мамин помощник.
телефон разряжается, поэтому я его выключаю. Завершающая стадия. Итак, напоминаю, что почвенные бактерии я внесла на увлажненную землю. Бактерии серии «Сияние-2», как бы присаливая почву. Затем уложила скошенную привядшую траву. И теперь для того, чтобы запустить процесс размножения почвенных бактерий, то есть они обязательно должны быть прикрыты каким-нибудь мульчирующим материалом, теперь я проливаю по почве, чтобы запустить процесс. То есть теперь бактерии должны размножаться под мульчирующим слоем и работать. В общем-то, то они были внесены для того, чтобы улучшать структуру почвы. Много хорошей почвы не бывает никогда. Проливаю тепленькой водой для того, чтобы запустить процесс размножения бактерий. Они очень любят теплую водичку. Вот так.